Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Шарипов Айрат Мансурович. Вчера в Ульяновской клинике «Новый взгляд» вы сделали лазерную коррекцию зрения. Расскажите, как вы готовились к операции, как она прошла у вас? Готовился, ждал с нетерпением, хотел быстрее сделать, потому что был у меня очень большой минус. Операция прошла успешно, быстро, никаких не было неудобств. Ну, послеоперационное только состояние было, конечно, пару часов вот некомфортно, глаза болели чуть-чуть, но к вечеру уже все прошло. А какие-то страхи, переживания перед операцией были у вас? Нет, я ее ждал с радостью, потому что всю жизнь у меня было плохое зрение, но сейчас единица. А многие боятся сделать операцию, что вы им посоветуете? Бояться не стоит, потому что как ее сделают, это совсем другое, это другие ощущения, это уже, ты знаешь, то, что не надо беспокоиться, когда одевать линзы, очки, и это все тебе уже не нужно, и делать операцию, и это прям вообще шикарно. Ну и как вам взгляд новый на жизнь без очков и без линз? Это не описать, очень классно. Все четко, все прям вот идеально. И вот ждусь, не дождусь, как вот выйду уже и поеду домой. И уже просто буду, порадую всех тем, что у меня сейчас единица.